В Мирнинском районе озвучили планы по развитию институтов гражданского общества и поддержки общественно значимых инициатив. На эти цели район готов выделить 20 миллионов рублей за ближайшие 3 года. На что будут потрачены эти деньги, выяснял наш коллега Роман Муконин. Улучшение жизни общества – вот главные задачи некоммерческих организаций. Об этом глава района Ришат Юзмухаметов заявил на встрече с руководителями этих объединений. В Мирнинском районе их зарегистрировано 25. Сферы их деятельности совершенно разные. От прикладного творчества, спортивных и патриотических движений до помощи инвалидам и многодетным семьям. Когда-то таких это новшество было, появление НКО. Мы их очень сильно последние с 2014 года стали поддерживать. Официально у нас почти 14 организаций. И мне хотелось бы послушать для этой встречи, как бы цель встречи. Вот действительно, есть ли смысл поддержки со стороны районного бюджета деятельности некоммерческих организаций. Хотелось бы послышать ваше мнение, куда ли мы направляем бюджетные деньги. Хотелось бы услышать ответ от вас, на что вы направили эти деньги. Вот. Посмотреть в дальнейшем, как мы будем работать, развивать это направление, хватает ли вот этого финансирования, которое заложено в районном бюджете на поддержку некоммерческих социально ориентированных организаций. Для поддержки самых интересных идей и проектов социальное управление Мирнинского района разработало целевую программу на 3-летний период с 2017 по 2019 год стоимостью в 20 миллионов рублей. Кроме выделения денежных грантов, программа предусматривает консультационную и профессиональную подготовку для получения субсидий республиканского и федерального уровней. Так как местные НКО еще не в полной мере умеют правильно заполнять все необходимые документы. В новой программе предполагается проведение конкурса между поселениями на лучшую гражданскую инициативу, а также премия главы для самых активных общественных деятелей. Планируем ввести гранты, приуроченные к некоторым событиям, к некоторым датам, для того, чтобы это тематически провести работу. Вот, скажем, мы сейчас, когда объявили на проект, приуроченный к дню инвалида, к дням борьбы со СПИД. То есть такие гранты, они действительно социально необходимы, когда организации могут своим добровольческим или волонтерским движением принять какое-то участие. Встреча показала, местные власти заинтересованы в решении социально значимых проблем. При этом сами представители НКО отметили, что средств на гражданские инициативы необходимо выделять больше, что позволит финансировать социальный сектор более оперативно и адресно. Роман Муконин, Илья Засухин, телеканал «Алмазный край».